Борисов Николай Ильич – полный кавалер Ордена Славы. Родился 16 мая 1915 года в городе Соликамске Пермского края. Окончив два класса до войны, Николай Ильич работал в райколхоз «Союзе». В 1942 году он был призван в армию, а с ноября того же года был отправлен на фронт пулеметчиком. В боях под Ржевом был ранен. После госпиталя Николай Ильич был определен в разведку 235-й стрелковой дивизии. В ночь на 20 ноября 1944 года Николай Ильич, действуя в составе группы, обеспечил возможность взять языка без потерь. В январе 1945 в боях юго-западнее города Терезит Николай Борисов с разведывательной группой уничтожил большое количество вражеских солдат, несколько взял в плен. В апреле 45-го в боях за город Кёнигсберг Николай Ильич был ранен. Известие об окончании войны встретил в медсанбате.